Всем привет! Ну что, уехала я из дома, сбежала, так сказать, потому что, конечно, шум, гам от своих детей. Устала я. Решила, что пройдусь по магазинам, устрою себе день шопинга. Пока есть такая возможность, всех детей оставила на подругу и пошла гулять. Решила спуститься в Джуманджи, меня просто тянет сюда. По старой памяти, когда приезжаю сюда с детьми, обязательно иду в Джуманджи, развлекать их. Ну что ж, прогуляюсь я здесь и одна. Все равно они меня здесь все помнят, знают. И просто пропустят, и все. Ой, как хорошо. Все отдыхают, что-то кушают. Люблю Джуманджи. Люблю Тамбов за то, что дает возможность где-то хоть отдохнуть. Хоть я сегодня без детей, но я все равно сегодня с детьми. Конечно, я с детьми, я просто ходила за камерой. Ну, так вот бывает, что всех привели, а потом мама побежала. Смотрите, они уже что-то кушают без меня тут. Ольчик, ну как тебе тут? Нравится? Замечательно. Замечательно. Лучше, чем на видео. Лучше, чем на видео, да? Как тебе тут? Понравилось? Вкусненько? Итак, мои дорогие друзья, привезла я своих долгожданных, любимых гостей в Джуманджи, в Тамбов, чтобы вкусно покушать, погулять, поиграть. Конечно, я же не люблю готовить дома, да и порядок хотелось сохранить. Вы же сами знаете, что я готовлю только кашу, да щи, котлеты, картошку, макароны. Это же обычная еда, а здесь детки поели всякой вкусняшки. Смотреть на радостные лица своих детей нет ничего лучше для меня. Конечно, от такого отдыха я тоже устаю, но это потому, что отдых очень активный. Шум, гам, детки смеются, радуются, бегают, прыгают, батут вообще всех забавляет. У Валеры, я так поняла, что это была первая такая вылазка вообще в жизни. Ну, а мои детки ежемесячно так проводят наш отпуск. Ну что ж, покажу Оле все здание Джуманджи. Здесь очень много всяких развлечений. И вообще здесь кайфуют взрослые, потому что дети сами себя занимают долгое-долгое время. Хорошее место для развлечений. Я рада, что мы сюда смогли приехать. На тарзанку посадили не всех деток, только тех, кому старше 5 лет. Ну и слава богу, потому что маленьким там просто небезопасно. Конечно, Яков расстроился, но мы ему нашли другое занятие. Яков отважно играл в футбол с мальчишками, а мальчишки ему подыгрывали, и получилось все очень весело и здорово. Общее время пребывания в Джуманджи составило 3 часа. И потом мы решили, что надо все доесть, допить и идти на набережную. Потому что у меня был план покатать детишек на речке и, конечно же, сводить их на аттракционы. Ох ты! Ох ты! Мы на речку идем. Нет, ну мы не к машине, мы сейчас пешочком дойдем. Душнило, однако. Ну что, мы идем теперь на набережную. Хочу показать гостям все наши достопримечательности Тамбова. Ну все, конечно, я не успею, но набережную надо показать. И, конечно, покататься на катере, или как это называется, трамвайчик водяной. Дни удовольствий для всех. Короче, нам на противоположную сторону надо перейти. И направо, нам направо. Ну вот видишь, как тебе идет быть многодетной мамой. Так что ты подумай, как следует-то. Вы там осторожно по камням-то. Надо обсудить это с мужем. Вот он сейчас посмотрит на тебя со стороны. Ах, как едет многодетная. Да, да, да. Вместе с ними. Не, очень классно на самом деле. И он такой большой-большой делает круг. Вот. Смотришь всю эту реку заросшую. У нас дикая река, видишь?
Вот, блин, вот что значит дети? Им вообще все равно, как они сзади, как они спереди. Давайте недалеко от камеры. Нет, я лучше ее заберу, а то сейчас ее кто-нибудь заберет тоже. Давайте фотосессию. Садитесь на лавочку, я вас сейчас сфотографирую всех. Ну-ка, красиво. Садитесь, садитесь, и снимем, и сфотографируем. Давайте щекотать Валеру. Валер, ты что там расстроился-то, а? Во, молодец! Вот это Валера, вот крутяк! Это так. Хорошо, сейчас они подъедут, и мы прокатимся. Здравствуйте. 5 детишек, 2 взрослых. Можно? А как можно? А, только по одному. Совсем-совсем никак нельзя. Здрасте, проходите. То есть, короче, многодетным вообще никак. Нет, просто нам деньги потом. Нам это экономически не выгодно. Почему? А сколько стоит? Ну, нам стремить нужно 200 тысяч. Ну, и сколько? А у вас дети бесплатно, что ли, катаются? А сколько взрослых? Ну, не совсем бесплатно. А сколько взрослых? Взрослых 300 рублей. 300 рублей? Да. 300 – это 600. Уйдите, пожалуйста, наверх, а ради бога. Просто люди с дальнего севера приехали, хотел им. Может быть, как бы на какую-то цену договориться. Скажите, сколько, мы заплатим. Просто посчитайте, сколько вам выгоднее было. У вас сколько, шестеро? Пятеро детишек. Вот. Нет, все вместе сколько? Семеро. Семеро, да. У нас должно быть трое, я четвертый, у нас должно быть с вами экипаж 10 человек. Угу. Если вот шестером поговорим. Нет, ну шестером никак, мы же не можем где ребенка оставить. А у нас маленькие самые силы. Ну что, нас не взяли на катер, трамвайчик. Потому что на одного ребенка один взрослый. Но даже попытавшись договориться, все равно нам не пошли навстречу. Потому что там уже сидела без очереди прошедшая пара с ребенком. И мы были, ну, почти в комплекте, только единственный, один был лишний. Или у них, или у нас, не знаю. Ну, в общем, короче, мы решили пойти на аттракционы, чтобы не расстраиваться. Ты будешь на машинке? Это, подожди, это чуть попозже. Ты на той будешь кататься или нет? Мы вместе пойдем на рыбалку, вместе. Ты будешь на машинке? Давай, будешь? Давай. Все, на всех вот этих, да, будете? Это сколько они катаются по времени? По 5 минут. Ну, короче, мы их одновременно дозапустим. Можно? Давай, туда поворачивай руль. Яков, тихонько. Вперед езжай и поворачивай вон туда. Вот. И вперед. Вперед. Давай, 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 давай. Вот. Молодец, молодец. Езжай. Только ручкой нельзя помогать. За колечко надо. Вон у него на хвостике колечко. Ого! А я-то думала, ты не можешь, а ты вон каких больших. Что, не надо помогать? 4. 6. 7, 8. 8. 8 штук. Сейчас, ты выбирай себе подарок и пойдем. Посмотри, какие машинки тут есть. Пойдем покажу. Ты же любишь машинки? Смотри, вот такая машинка есть и такая. Какую будешь брать? София, не боишься? Нет? Вам нельзя сюда, вы еще маленькие. Подрастете, будете? А вас сейчас в другое место поведу. Не страшно? Не страшно? Как там у тебя поется? Какой чудесный день!
Ого, как высоко! Вы так высоко? Ну вот, заканчивается наш вечер прогулок и развлечений. Камеру-то берите. Ты думаешь, надо? Да пускай стоит, снимает. Завтра заберем. Мам, кораблик там. За деньги? Вот, а тут они Валера. Валера. Валера, мы приехали домой, уже темно, и песни пели всю дорогу. Валера, Валера, я буду нежной и верной. Нежной и верной она поет, да? Валера, Валера. Я еще не отодвинула кресло. Вот, видишь, что значит с одним ребенком остался сразу, вот. Слушай, и пироги напек. Я без одного вот так не смогу. Я тоже.